Выходить на Волгу в лодке без специального жилета и навыков вождения опасно для жизни. Сегодня инспекторы центра ГИМС работали в акватории реки и проверяли документы у водителей маломерных судов. Для того, чтобы найти первого нарушителя, им потребовалось всего несколько минут. Чтобы остановить водителя лодки, сотрудники ГИМС используют специальный красный флаг. Увидев этот знак, водители обязаны остановиться. Тех, кто пренебрегает правилами поведения на воде, привлекают к административной ответственности. Нарушение правил плавания. Согласно приказу 282, движение по реке Самара осуществляется до левого берега. Вы идете до правого. Возможно, даже центральный пролет моста прошли. Нет, не центральный. Вон черный будет, где? Вы там должны идти. Сегодня водителю повезло, он отделался устным предупреждением. Но за повторное нарушение ему грозит денежный штраф или лишение прав на управление лодкой до 6 месяцев. Сегодня на данный момент было нарушение правил плавания. Это движение по судовому ходу река Самара. На первый раз, согласно статье 11.7 пункт 2, мы вынесли предупреждение в устной форме. По словам сотрудников МЧС, за прошлый год в Самарской области инспекторы ГИМС зафиксировали около 500 нарушений. По вине невнимательных водителей произошло 3 аварии на воде. В этом году статистики пока нет, но сезон только начинается. В преддверии праздников, Дня России и Парада Победы сотрудники оперативного ведомства усилят контроль за безопасностью на реках. Анатолий Головко, Николай Сидоров, Константин Головин. События.